создавшейся ситуации страдают добросовестные потребители. По поручению главы Анапы Юрия Полякова сотрудники городской администрации организовали встречу представителей Анапской энергосбытовой компании и жителей садово-огороднических товариществ «Здоровье», «Колос», «Автомобилист» для того, чтобы обсудить непростую ситуацию с энергоснабжением и найти необходимые для всех решения. Чтобы урегулировать конфликт жителей и частной компании, была организована встреча в Доме культуры станицы Гастагаевской. Здесь собрались специалисты администрации, управления ЖКХ, глава Гастагаевского сельского округа, жители садово-огороднических товариществ и поставщики электроэнергии. Мы сегодня по распоряжению главы администрации города Полякова Юрия Федоровича собрались здесь, администрация. Сколько лет вас никто не собирал по данному вопросу? Никогда вас никто не собирал. Юрий Федорович дал поручение сделать, разобраться и помочь людям. По итогам управления ЖКХ администрация выступила с предложением создать инициативную группу, и уже в понедельник состоится первое заседание. Эта проблема требует индивидуального подхода в отношении каждого сота. Жители общин и энергетики при поддержке городских властей должны найти решение. Мы будем следить за ситуацией.